вечер, сэр. Пора вставать, сэр. А, это ты, Виктор. Опять вставать. И так каждый день. Ну, какой ты, право, настырный. Ваша милость чему-то не рада, сэр. Не рада, не рада. Ну, чему тут, понимаешь, радоваться-то? Я, пожалуй, вздремну еще часок. Позвольте мне заметить, сэр, что в таком случае вы проснетесь в еще более плохом настроении, чем то, в котором вам было угодно проснуться сейчас. Сколько лет ты у меня служишь, Виктор? А я все терплю, терплю. Ну, что там еще? Ваш протеже, сэр, он ждет. Вот только если вы позволите мне сказать несколько слов, сэр. Говори, говори, ну не тяни ты, ну что ты? Простите мне, сэр, такую вольность, но я подумал, сэр, что лучше не приваживать его, сэр. Да нет, Виктор, он ничего. Просто он, понимаешь, ирландец. Да, сэр, это заметно, что он ирландец. Но я не о веснушках. Да, веснушки это пустяки. Я сам с этим разберусь. А сейчас пусть входит. Добрый вечер, сэр. Ваша газета, сэр. Ну что ж, Чубаймс, прочти мне «Таймс». Ваша одежда, сэр. Металлурги Манчестера грозят забастовкой. Шахтеры Бирмингема грозят голодовкой. А в палате общин опять скандал из-за мест общего пользования. Ну, наконец-то. Одной газетой сыт не будешь. Ай, опять овсянка. Кто бы знал, как мне это надоело. Я уже стал похож на лошадь. Если его милость ест овсянку, значит, все едят овсянку. А ты вообще готовить еще что-нибудь умеешь? Ну, что-нибудь такое вкусное, аппетитное, острое. Да просто что-нибудь мясное, наконец. Шашлык какой-нибудь, а? Или кебаб? Никаких кебаб. Терпеть не могу кухню кавказской национальности. Неси, остынет. Что-нибудь новое слыхали? Слыхали. Теперь уже точно уезжает. Только неизвестно, насколько. Надолго или нет. А еще неизвестно, хорошо это или плохо. С одной стороны, вроде бы одно, а с другой, вроде бы другое. Ай! А мне все равно. Мне вообще без разницы. Ну, уезжает. А я, трудовая Британия, как ходил в дворник, так и буду ходить. Не скажи. Будет и на нашем стрите праздник. Прикажете подать еще что-нибудь, сэр? Нет, спасибо. Вам спасибо, сэр. Может быть, еще чашку чая? Удивительно, до чего разыгрываются нервы, если в 5 o'clock не выпить как следует чая. Спасибо, любезный, спасибо. А, не стоит благодарности, сэр. Это наше призвание, угадывать ваши желания. Ну, что там еще, Виктор? Карета сэра Чазова у парадного подъезда, сэр. Уже? Ну, что за спешка? Все, понимаешь, меня куда-то торопят. А мои вещи? Вещи сложены, сэр. И ничего не забыли? Ничего, сэр. Все готово к отъезду, сэр. Ай, все-то готово, да только я не готов. Знаю, что надо, а, понимаешь, все равно неохота. Если позволите, сэр, как говорил Бернард Шоу. Ну вот, мне сейчас только Шоу не хватало. Вы тут, понимаешь, одни остаетесь. Так что смотрите у меня, англичане. Эй, кучер, ну, поехали, значит. Как скажете, сэр. Но, трогай. Вы
Уверяю вас, сэр. Не извольте беспокоиться, сэр. Все будет хорошо, сэр. Мы постараемся, сэр. Счастливого пути, сэр. Боже, храни вашу милость. Какой замечательный денек, сэр. Какая теплая компания, сэр. Ой. Джентльмены немного развлекаются, сэр. И леди тоже, сэр. На горбу трудовой Британии. С вашего позволения, сэр, я вам еще немного налью, сэр. Благодарю вас, сэр. Вы очень великодушный. А, простите, сэр, может быть, еще стакан, сэр? Увы, сэр, уже не лезет, сэр. А я так и думал, сэр. Осторожно, сэр. Мне кажется, вы упали, сэр. Ой, ой. Я рада, что вы обратили на меня внимание, сэр. Ну, право. Зачем же это сделать с вилкой? Я знала, когда чести дамы угрожает опасность, он явится, мой рыцарь, последний рыцарь Британии. Я спасена, о, добрый рыцарь, позвольте даме подарить вам поцелуй. Конечно, к чему спешить? Ведь я ждала вас всю жизнь, я столько испытала. Почему же вы не давали знать о себе раньше? А раньше здесь была одна овсянка. Нет оружия у народа, кроме серого народа. Вот натужится народ. И посмотрим, чья возьмет. Не толкайся. А я и не толкаюсь. Просто лежи спокойно. А я и лежу. Теперь вы понимаете, джентльмены, что такое настоящая кровать? Кровать в высшем понимании этого слова. Да, из такой кровати и вылезать не хочется. Что-то мне мешает. Интересно, какие сны снятся в такой кровати? Только возвышенные или разные? Может, вздремнем? Ну, мы же договорились. Никто здесь спать не будет. Только полежим немного, и все. А то его милость вернется и как спросит, кто сидел на моем стуле, кто спал в моей кровати, кто ел мою кашу. Да, об этом даже лучше не думать. Не вертись. Да нет, что-то мне все-таки мешает. О! Чемоданчик оставил, забыл, вернется. Быстрее. Эй, я здесь, понимаешь, кое-что забыл. Такой маленький, такой черненький, понимаешь. Ну, чемоданчик. С красной кнопочкой, сэр. Помос с этой самой пипочкой. Спасибо, Виктор. Вам спасибо, сэр. А это кто такой? В железе весь, металлист. Да есть тут один, вы его знаете.
А, ну да, в самом деле, где-то видел. Ну ладно, вы тут это, смотрите у меня. Не балуйте. Англичане вы или кто? Англичане, сэр. Англичане. Не извольте беспокоиться, сэр. Все будет хорошо, сэр. Все будет в хоккее однозначно. Эй, кучер, ну тогда трогай. Счастливого пути, сэр. Возвращайтесь скорее, сэр. Боже, храни королеву. Фу, черт, короля.